При Никольском храме в селе Ермолино находится молодежный клуб. Его участники организовали пункт сбора гуманитарной помощи под названием «Прицеп тепла». Местная жительница Екатерина Ковальчук рассказывает, что волонтеры собирают необходимые вещи и раз в месяц отправляют нуждающимся в разные уголки России. Один из наших прихожан отдыхал летом в одном из регионов России и увидел, как там вообще люди живут очень бедно, и предложил нам всем вместе собирать помощь людям в таких отдаленных местах. То есть это изначально была абсолютно такая вот миссия помощи региону. Сейчас активисты собирают гуманитарную помощь бойцам и жителям Донбасса. Была недавно поездка наших друзей, нашего храма в ЛНР, ДНР, вот, в госпиталя. Вот мы собрали много там ходунков, костылей для раненых бойцов, а также инвалидные кресла. Вот, также продукты, одежду. Наши прихожане очень откликнулись. Спасибо им огромное, потому что, конечно, невозможно заниматься такой деятельностью в одиночку, да, каким-то маленьким количеством людей. Откликнулось очень много людей. Коробки с необходимыми вещами, собранные прихожанами Никольского храма, уже были доставлены военнослужащим. В этом помог видновчанин, телеоператор Первого канала Владимир Гриневич. Я привез бойцам ваши посылки, которые вы собирали всем ленинским городским округам и городу Видное, ну и прихожане нашей церкви. Поэтому я хочу ребятам, ВДВшникам передать. Здесь есть вещи теплые. Хочу поблагодарить всех, особенно деток. У нас очень много деток, которые хоть и маленькие, но им уже близка эта тема, то есть родители посвящают в это. Они сами вяжут, сами шьют, что-то на свои накопления покупают. Вот. И очень радуется, когда получаем обратную связь. Это прям бесценно. Люди интересуются, мы сами обращаемся к людям, к прихожанам, вот, о помощи, чтобы мы все вместе не остались безразличными и неучастными в этом общем большом деле. Принять участие в благотворительной акции может любой желающий. Пункт сбора находится на территории храма. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.